такое есть. Вот именно. Тебе еще злые вокруг. Металлист. Даже не знаю. Я собираюсь ехать через 7-ю больницу. Ну сейчас и увидим тогда уже. Девочка, как вроде открыты. Если опять не взорвется ничего. Что сегодня? А? Что сегодня бахнет? Ой, я не знаю, у нас там бахает постоянно, я же. Сегодня в центре, вот здесь. А, нет, здесь. Здесь даже не в курсе. А я вот в районе МРЭО живу, у нас каждое утро уже второй месяц. А, ну слышите ж. И взрывы, и автоматные очереди, и пулеметные очереди. Ну, то само собой, вертолеты, самолеты. Поехал все равно сюда, вот же ж, блин. Ой, это я уже сейчас поднимусь. Это ж к вам разворачивался так и на автомате уже. Ну что же, стоял вот здесь вот. За вами тоже развернулся.